взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Анастасия Тужилина. 9 лет. Мою бабушку зовут Лариса, а дедушку Валя. Я их очень люблю. Они меня тоже очень любят. И всегда радуются за мои успехи. Каждое лето мы едем куда-нибудь отдыхать. На природу. Я хочу, чтобы дедушка и бабушка были здоровы и всегда у них настроение было хорошее. Я хочу, чтобы у всех были дедушка и бабушка, потому что они дарят любовь. Взрослым о важном.